Сегодня четверг, это значит мобильная группа Нота Бена снова колесит по Абакану. Сегодня за рулем у нас Руслан Сутковой, он не очень любит сниматься. Кстати, за камерой работает Дмитрий Корнилов. А приехали мы на берег Дрены, здесь водоканал, пилит лед для того, чтобы делать ледовые городки к Новому году. Место для заготовки льда тут традиционное, и рядом с водоканалом точно так же трудятся абаканские электрические сети. Видимо, они тоже собираются делать какой-то снежный городок. Елочный городок будет во втором микрорайоне нашего города. Будет елочка, будет ледяные фигурки.